Пермский край намерен увеличить турпоток на несколько десятков тысяч человек в следующем году, в том числе за счет новой инфраструктуры, новых маршрутов, событийного туризма. Главные итоги в этой сфере и планы на следующий год обсудим сейчас с гостем нашей студии. Ольга Будаева, директор регионального центра развития туризма у нас в гостях. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что нашли время. Наверное, первый вопрос. Увеличение турпотока, да, это задача, наверное, такая одна из ставит. Понятно, что она решается в комплексе. Насколько реально увеличить, ну вот мы видим там на 70 тысяч человек условно, задача такая. Задача, которая ставится перед нами, она реальная, но для нее необходимо, чтобы решались вопросы комплексно. И инфраструктурные, и продвижение территории, и создание качественного продукта туристического, и правильное умение его продавать. Если все эти пункты будут параллельно работать, будут совершенствоваться, конечно же, я думаю, что можно будет достичь этих сумм. Чего нам удалось в 2019 году сделать? Я там уже не по цифрам по турпотоку спрашиваю, а какие самые значимые события, ну, по крайней мере, по узнаваемости пермских брендов? На самом деле, я представляю Центр развития туризма, это учреждение, подведомственное агентство по туризму и молодежной политике, и мы работаем совместно по всем проектам, и в этом году действительно достаточно много мероприятий, которые было проведено. Я буду рассказывать непосредственно о продвижении Пермского края на территории Российской Федерации и за рубежом, и в этом году действительно прошло много мероприятий. Это как крупные выставочные мероприятия, мы приняли участие во всех российских и международных событиях. Это Интурмаркет, отдых, Большой Урал. Если в объеме посчитать количество человек, посетивших эти выставки, это порядка 80 тысяч представителей туристических компаний и просто гостей этих выставок, как с России, так и за рубежа. Кроме того, мы активно работаем с регионами России. И в этом году состоялись рабочие встречи в формате воркшоп в двух странах, это Беларусь и Азербайджан, а также... Да, об этом вы рассказывали, да, я помню, да, мы с вами общались. Да. А также в 9 регионах России, это регионы, которые либо показывают наибольшее количество туристических потоков к нам в Пермский край, либо потенциально нам интересны, потому что мы имеем с ними инфраструктуру транспортную. То есть мы можем легко добраться либо самолетом, либо там, личным автомобилем, какие либо это регионы? Это регионы соседи, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Ижевск, Тюмень, Уфа, Челябинск. Ну и перспективные территории, это Калининград, Санкт-Петербург, Москва. Те территории, которые, ну вот по подсчетам Туристского информационного центра, который является структурным подразделением Центра развития туризма, как раз составляет самый больший процент посещения учреждения. А для нас они потенциальны, то есть там можно в разы увеличить оттуда турпоток. Ну, в разы, наверное, я преувеличил. Я думаю, что со временем и в разы будет, но на данный момент для нас нормальные показатели 15-20% увеличения в год при действительно хорошей, слаженной работе всех, и бизнеса, и власти. Чем мы будем их заманивать? То есть, наверное, переманить из Петербурга и Москвы природой прежде всего, я не знаю, какими-то активными сплавами и прочим? На самом деле, мы для себя определили несколько основных направлений. Существуют уже известные бренды территории. Это и активный туризм, событийный туризм, и наши бренды культурно-исторических маршрутов. Это уникальные мероприятия, которые проходят на территории Пермского края. И, естественно, показать у нас есть что. И природные объекты, и исторические объекты. Самое главное, как их правильно упаковать, и как их донести до потенциального посетителя Пермского края. Именно эта задача как раз, которую мы сейчас решаем. Причем решаем мы ее, советуясь и с бизнесом, советуясь непосредственными участниками приема. На данный момент есть координационный совет при агентстве по туризму и молодежной политике по туризму. И на данный момент создаются рабочие группы по всем направлениям развития туризма. И как раз в рамках работы этих рабочих групп и будет формироваться непосредственно стратегия, как мы двигаемся и какие ресурсы используем. Если мы говорим про, вот, про привлечение, про, по крайней мере, информированность, да, большую информированность,
Что в 2019 году удалось, ну, там, в памяти проекта «Не сиди дома», да, например, запускался. Что еще, вот, что там к привлечению массовых? На самом деле мы провели порядка десятка таких мероприятий, направленных непосредственно на рекламирование конкретных маршрутов. И мероприятия у нас делились в большей степени на организацию рекламно-информационных туров и презентационных мероприятий. Вот рекламно-информационные туры также были организованы как на событийные мероприятия, так и на конкретные маршруты. К примеру, в этом году на событийные мероприятия мы провели три рекламные информационных тура. Один рекламный информационный тур на Небесную ярмарку. Мы приглашали федеральных туроператоров из дальних регионов. Кроме того, на фестиваль Тайны горы Крестовой у нас приезжала пресса. Мы проводили пресс-тур. И впервые на спортивное мероприятие мы провели директорский тур. Мы привезли директоров туристических компаний для того, чтобы, ну, мы сами прекрасно с вами понимаем, что спортивные мероприятия также являются такими двигателями туризма, и как раз на них приезжают с разных регионов. На этом туре у нас присутствовали туроператоры Пермского края и Удмуртской республики, потому что это территории близки к Чайковскому, и основные как раз посетители. Кроме того, мы провели несколько пресс-туров, когда приезжали телевизионные компании. К примеру, это программа «Поедем, поедим» на НТВ, которая проходит, и программа «Побег из города» на телевизионном канале Первый ТВЧ. Но мы уже видим там реальные цифры привлечения, там, так сказать, практическое применение всех тех действий, которые мы сделали? Все статистические данные мы получаем через полгода после окончания года календарного. Но хочется сказать, что по тем данным, которые мы предварительно получаем от туроператоров и от посетителей туристского информационного центра, по крайней мере, те мероприятия, которые мы проводим, они, их видно. Рассказывают о том, что да, вот смотрели, поедем, поедим, и это стало причиной приехать и посмотреть гастрономию Пермского края. Гастрономический туризм, он также очень востребован в России. Да, а Центр развития туризма будет делать упор на какое-то определенное направление? Вот вы, например, сказали, что спортивные мероприятия дают там очень большой потенциальный, да, поток туристов, потому что они там приехали на спортивные мероприятия, и там вторичная у них цель – это туризм. Да? То есть на какое направление стоит все-таки сделать упор? На какой-то событийный культурный туризм, спортивный, или вот то, о чем мы говорили с вами, какой-то природный такой активный отдых? Я считаю, что упор должен быть все равно комплексный, и нельзя ни от одного направления туризма отказываться. Но, естественно, анализируя потоки туристические, мы можем выбрать какие-то вот прям основные, да, направления, которые привлекают большее количество человек. Это и событийные мероприятия, это культурно-исторический туризм, экскурсионный, это активный туризм обязательно, но и деловой, конечно же. Ну и вот у меня такой вопрос. Вот когда, например, мы беседуем там с Минэкономразвития, они инвесторам предлагают какую-то, ну, как сказать, там, инвест-карту, инвест-каталог. Вот смотрите, у нас есть какие-то площадки, вот вы можете выбрать. Есть ли какой-то такой подобный продукт, который вы презентуете вот в других странах, в Беларуси, Азербайджане, там, в других регионах? Не знаю, вот этот вот электронная там карта Пермского края, там, 10, там, топ-10 мест. У нас есть, и, кстати, очень хорошо, что вы задали этот вопрос. Мы в этом году провели очень большую работу и создали комплекс туристических карт. Эти карты включают в себя 7 карт по основным брендам территории. И над этими картами работали как научные, да, сотрудники, так и представители бизнеса, что самое главное. На нем определены основные самые популярные объекты, проложены туристические маршруты, показаны. Причем маршруты проложены исходя из того, какие туристические потоки по ним проходят. Соответственно, наблюдая, ну, рассматривая эту карту, можно четко сформулировать для себя, что да, вот здесь вот мне выгодно будет бизнес располагать
А здесь нет, потому что здесь транспортный узел развернутый, и здесь туристические потоки есть. Для нас это будет интересно. Кроме того, с помощью этих карт очень удобно позиционировать Пермский край, потому что сразу же понятно, для чего ехать в Пермский край, что там посмотреть, что там наиболее интересно. То есть вы точки роста уже определили, или они будут сейчас добавляться там, в 2020 да, году? Они сформированы, бренды территории сформированы, карты сформированы. Но, естественно, еще раз проговорюсь, то, что стратегические вопросы, они будут обсуждаться уже непосредственно в рабочих группах. Минута буквально у нас, Ольга, осталась. На следующий год что мы запланировали? Какие-то новые маршруты, новые крупные проекты? Все не надо перечислять. В этом году мы начали активную работу по экспертированию, экспертной оценке уже сложившихся туристических маршрутов. И один из маршрутов у нас вошел в рейтинг национальные маршруты. Это «Калейдоскоп Прикамья». Приезжала экспертная группа Ассоциации туроператоров России. В следующем году мы для себя также планируем определить основные приносящие туристические потоки маршруты и уже работать в оформлении этого маршрута, выстраивании политики по продвижению, ну и, естественно, работать по всем направлениям точно так же и продвигать, увеличивать мероприятия по продвижению и выявлению основных целевых групп. Спасибо большое. Ольга Будаева, директор регионального центра развития туризма в нашей студии.